по Украине. У нас есть ЧОПы. Как вы расшифровываете ЧОП? Частное охранное предприятие? Нет. Чеченское охранное предприятие. Вот. Они готовы туда ехать, наводить порядок. Они это умеют хорошо делать. Они воинственный народ уже 1000 лет. И я даю еще одну расшифровку. КОПы. Казачьи охранные предприятия. Казаки у нас всю жизнь нагайкой махали и саблей. Вот, пожалуйста. Луганск, Донецк и весь юго-восток Украины. Кто мешает им там помахать саблями, так уже другие современные есть виды оружия. Вот я предлагаю дать возможность, как с Испанией, открыть границу России с Луганской областью. Украинские пограничники там сняты, и пусть добровольцы едут и помогают. И эшелоны с лекарствами должны идти, с медикаментами, с бронежилетами. Вы можете, депутаты русского права, хоть бронежилеты дайте истекающему кровью Луганску. Американцы дают бронежилеты фашистам в Киеве, а русские не могут дать своим бронежилеты. Позор вам за это. Все.